сладкими затрещинами. Есть два способа разумного общения, достойное уважение и поощрение. Ты поговоришь им все обо всем, конечно, когда наедине вдвоем. Либо ничего, абсолютно ничего, лишь про дождь и величину его. По-другому редко бывает. Поэтому лучше держать рот на замке. Лучше для тебя и для нее в душе. Стоило жизни кому-то сейчас. Прежде чем говорить, не так.